Никто не разуверился, не потерял энергии. В первую очередь президент. Президент знает, что на нем миссия. У него вот эта опасная штука, но тем не менее она в нем есть. Он понимает, что на него обрушилось. Он знает, что он, ну, если хотите, человек, на которого странным образом указала судьба. Его судьба уникальна, ничто в ней не предвещало президентство в стране. И вдруг его жизнь делает президентом. И дальше, мало того, что президентом, она обрушивает на его плечи войну, самую главную в истории Украины. И он твердо знает, что раз это так произошло, он это должен довести до конца и сделать так, чтобы Украина после этого оказалась, ну, на той самой страной, которую будут называть европейской. Он же не случайно, они все эти слова любят. Но, тем не менее, в его случае эти слова обрели подлинный смысл. Страна родилась, нация родилась, политическая украинская нация родилась в его время. Он не может этого не понимать.